Всем привет, друзья! Сегодня мы будем кормить нашего Бенджамина. Рикуша, и котик к нам идет. Я вам покажу, как я готовлю смесь. Это специальная смесь. Да, Бенджамин специальная. Ой, боится всех звуков. А вот и котик пришел, смесь и хочет. Что мы делаем? Утро. Птенчик будет хотеть кушать, наверное, нормально. Поэтому ложечку берем. Вот так он аж ловит это все. Рико, и тебе хочется такой еды? Не дашь ему? Так, взяли мы ложечку. Теперь нам нужна водичка. Водичка у нас должна быть тепленькая. Такая 35 градусов. И кидаем пару ложечек с половиной смело водички. Да, подожди. И перемешиваем. И смотрим. Состояние должно быть жиденькое у нас. Еще немножко водички. Да подожди, подожди. Ой, проголодался, пацанка. Ты что, какнешь? Точно. Вот это становится так, значит, сейчас какнет. Надо убрать это. Так, как мы убрали, чтобы она у нас тут не лежала. Да подожди ты, дракоша, подожди. И потихоньку добавляем водичку, как рекунг. И мешаем, мешаем, мешаем. Можно сделать еще чуть-чуть жиже. Чуть-чуть. Тихо-тихо. Ты куда это? Чуть-чуть жиже. Подожди секундочку. Сядь, посиди. Кот сидит, наблюдает. Смотрите. И даже можно еще капелюшку сделать жиже. Капелюшечку вообще, чтобы ему легче было кушать. Да сейчас, гляньте, какой крикун. Гляньте, что делает. Так. Ну, вот такая консистенция будет нормальная. На. Ай-яй-яй. А может, ты с ложки покушаешь сегодня, а? Говорят, ты уже должен кушать с ложки. А ну, держи. Во. Гляньте, он у нас с ложечки уже кушает. Вот так. Не надо тебе со шприца. Или давай со шприца. Молодец. То мы уже в следующий раз не перед камерой будем. Ох и ты. У нас злой какой птенчик, а. Сейчас набираем эту нашу еду. Кот так смотрит на это все. Воздух сбрасывать надо. Можно еще чуть-чуть сделать даже жиже. Чтобы легче было шприц набирать. Видите, если с ложки кормить, я разорвался, то будет все нормально. Пойдет и чуть погуще. А вот со шприцем что делать? Давай. Чуть-чуть. Дадим тебе уже, пока видео снимаем. А потом докормим. Давай, иди сюда. Иди сюда. Вот так. Ой. А ну повернись. Давай ты будешь кормить. Все, продолжаем. Кормить его. Я еще чуть-чуть корм жиже сделал. Чуть-чуть. Чтобы ему удобнее было кушать и удобнее кормить. Это если он будет чуть побольше, тогда уже с ложечки будет не принципиально, чтобы слишком жидкое было. А сейчас со шприца все же легче такой, более жиденький. Вот так. Ой, как проголодался пацан за ночь. Или девка. Ну, все равно назовем на всякий случай Бенджамин. Рику, ну что ты прыгаешь тут? Кот сидел, всю эту картину наблюдал, как этот кричал. Там еще будут. Наелся? Не может быть.